Четыре вещи, которые мешают проявить искренние чувства. Первый – это контроль. Я сделаю служение, но ты должен быть здесь, делать так, сидеть здесь, это здесь не должно быть. То есть человек начинает контролировать всю ситуацию для того, чтобы якобы послужить. Такое контролирующее умонастроение. Я встречал женщин, которые буквально говорят, так не сиди, так не дей, это сейчас ты должен. Это я тебе служу, я тебе кормлю обеду. Сядь тут, тут не сиди, сейчас не говори, туда не смотри. И мужчина говорит, поешь сама, я потом сам поем один. Да, то есть этот контроль, это очень опасная вещь. Это говорит о том, что у нас появляется не желание заботы, а желание контролировать и наслаждаться этим моментом. Второе – условное служение. Оно рядом с этим, но немножко по-другому. Здесь мы человека строим под служение, а там мы делаем служение, если он сделает для нас. Это основная проблема при вот серьезном разрыве отношений. Она говорит, я тебе отдала всю жизнь, я для тебя пахала, а ты, а мы, я. Да я из-за тебя, да. Он перечисляет свои вещи, она свои. Два бухгалтера не сходятся. Все посчитано, просчитано, только никаких чувств уже нет. Это говорит о том, что человек, служа, рассчитывал на определенные вещи. Именно рассчитывал, как бухгалтер. Не ожидал, тихо надеясь, рассчитывал. У нас это доходит даже до детей. То есть в какой-то момент, у отца моего была трагедия, когда я из аспирантуры шел в музыку. Это была трагедия. Он меня в 6 лет посадил перед телевизором учить английский. У меня были преподаватели по английскому, я учился в спецшколе. Я закончил мехмат в аспирантуре, и вдруг все, музыканты в лапах. Трагедия отца была колоссальная, потому что он рассчитывал, что я пойду вот в эту дипломатическую сферу, в политику и так далее. Он очень мечтал, он не мог туда попасть в Сергей. Он очень хотел. Для него это была трагедия, больше я тогда не понимал, в чем дело. А все 30 лет он делал это с условием того, что я оправдаю его надежды. И это проявление вот такого вожделения в виде условий, которые мы ставим. А, когда человек говорит, ну ты можешь это сделать, а ты сделал мне? Это все портит. Люди вообще не могут договориться в этих вещах. Очень трудно. На работе договора пишут. И то, что бесполезно. Очень трудно. Договор на договор, и договором погоняется. Третий вид. Какое формальное служение. Договорил я точно здесь это. Но формальное служение все знают. Это вот эти вот формальные подарки, формальные... Ты обещал сегодня быть дома. Пришел, сел, да, в телефон залез, он дома. Понятно, вот формальное служение. Ну а что ты, давай общаться, ну общаемся, давай. Понятно, да? Или также подарки дарим. Также в кино вместе ходим, в отпуск ездим, формально. Формально мы вместе, но контакта нет. И последнее персональное служение. У меня такой массажист был. Вот женщина, профессионал. Она по мышцам работала. Вот она, такая, знаете, вот коня на скаку остановит, вот такая. И после там тяжелых там, 2 недель все зажмутся, мышцы от количества лекций, от людей, все это. И в какой-то момент вдруг попало, куда надо. Со всего размаху. Раз, ну да-да-да, вот здесь они, здесь, давай, здесь. И пошла в другое место делать. Потом, наконец-таки, в другом месте опять нашла, где классно. Я говорю, да-да, здесь. Понятно, тут у всех болит. И пошла в другое место. Я так и не понял, в чем дело. Но она одинокая. Она одинокая. Я как-то встретил ее мужа. Я говорю, что случилось? Да ну, говорит, ее, она сама в семье. Понимаете? То есть не произошло. То есть она что-то ему делает, а ее слушали. Да говорит, что зажрался мужик. Понимаете? И я понимаю, что он не зажрался. Просто она что-то делает активно. Но из серии «Неуловимый Джона», кому это надо? То есть она там вспотела. Понимаете, пока она елозила этими руками, локтями, понимаете, в принципе, что-то сделала. Но
второй раз не хочется. Понятно. А третий подавно. Вот он еще за денег. Что мы все-таки должны учитывать потребности. То есть персональное служение, это когда мы что-то приготовили, но партнеру это не надо. Или мы подарили подарок, который не нужен. Да, и мы привели внимание там, куда оно не требуется. Но при этом попробуй, что скажи. Я разве с тобой вчера не гулял? Я разве вчера не готовил? Я разве не принес денег? Разве ты не поехала в отпуск? Чего угодно так можно наговорить, понятно. Да, только не будет отношений, не будет эмоций определенных. То есть, чтобы получить правильную эмоцию, нужно знать, какая эмоция за что отвечает. Это очень серьезно.